Мусор выбросить? Нет, поройтесь как следует в том, что собираетесь отправить на помойку, и тогда, возможно, мимо утиля пройдут выставочные работы. Сам корпус, голова – это китайский бумажный фонарик или абажур. Вот. Но поскольку первоначально было немножко не совсем жесткая конструкция была, ломалась, падала, я сделала внутрь, ставила, вот если видите, пластиковую бутылку. Валентина Владимировна – штатный художник городской библиотеки 10 лет. За это время, помимо основной деятельности, свояла 10 ростовых кукол. Все из произведения Корнея Чуковского и все из мусора и отходов. У меня всегда все я оставляю, а потом думаю, что-то для чего-то да пригодится обязательно. Вот это я всегда. У меня даже от детских игрушек, там какие-то коробочки, еще что-то. Потом я куда-то что-то прикрепил. Цокотуха пока полуфабрикат. Когда ее доделают, она украсит выставку «Хлам-арт». Проект запускают 4-й год подряд, и это 100-процентный фаворит среди выставочных программ городской библиотеки. Несут все из всего. Детское творчество, украшение интерьера, объект ландшафтного дизайна, полезная самоделка. На что способна фантазия рукодельников, невозможно даже догадаться. В моей памяти осталось с первого конкурса необыкновенный был крокодил, сделанный из линолеума, свернутый, так большой такой вот. А вместо глаз у него были вкручены лампочки, и можно было включить в розетку, и они сияли. Это делали у нас учащиеся гимназии, ребятишки. Угу. Первое место, конечно, было. Прием работ на конкурс-выставку начался в понедельник. Экспозиция на Заводской 24 откроется 12 октября. Практика прошлых лет показывает, что выставочных единиц набирается более сотни. Очень популярен и у детей, и у взрослых. Может быть, именно потому, что дает возможность применить свою креативность, свою фантазию, свой талант просто на пустом месте, что называется, потому что работа приносит необыкновенные. Хлам-арт или вторая жизнь вещей в глобальном масштабе – это напоминание о днях защиты от экологической опасности на территории Ленинского района. Присоединиться к такому благому начинанию может любой желающий. Ограничений нет. Главное, чтобы поделки были из так называемого бросового материала. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.